Ну нормально, роботов будет вам весело убивать. Какая ДКшка вообще есть? Так, так давайте вон тех дальних не пулим потом. Развали кабину. Или кашка свет. Ты чё, Войт? Не надо было их бить. Я так хуй знаю. Уже уходи. Уходи туда, в комнату. Да. Они появляются тут бесконечно. За нами бери. Бери вот сюда. Вань, что это такое за зеленые сопли какие-то? Ёба. Тоже надо проводить, как бы будет резаться. Пошли туда вперед на лестницу. Так. Там понты вообще. Че, он не убивается? Че? Видите? Сейчас развалим. Просто тупо чай. Только смотрите, он взорвет. Да забей, блядь, я отдыхал. Смотри, минус тот. Бомбок. Вообще похер. Этих огрить не надо. Нет. Блин, после шадешки в комбате как будто инвалидом стал. Он каждые 20 секунд шаг сквозь тень, тут этого нет, пешком ходишь, пешком ходишь. Что бы ты делал, если бы ты на Бладе играл, то блять все время. Причем замедленный, блядь. Нету скорости бега вообще, нон. Вот он холики, да, там, блядь, стрелость включаешь. И у тебя, блядь, ты бегаешь вообще там ебану. Быстро. Чем мне нравится он ходит, там, ну, типа, скорость передвижения большая. В Ладе ты просто вот машиной идешь, блядь, все. И тебе похуй на все. Скорость передвижения очень маленькая, поэтому когда блады бегают, ДПС дохуя теряют. Скорость передвижения бежишь. Когда корова еще, мне кажется, что больше двоих нет. Бля. Они раньше не бегали. Да, это просто все. Да, бегали. Надо просто танка первым. Надо слеза просто. Мимо, в тот раз с Денчиком тут проходили, мы просто мимо прошли, и все, они нам пару раз молнию ударились. Там типа надо с ренжа в них спел какой-то дать. А.
Кто живет? ДК живет. А все остальные не живут. Угу. Если ты просто его агришь, когда идешь на него, он бежит на тебя. Это солдатик норм. Вот она, богатырская ДК. Я агрю. Не то, что ваши рохи вары, которые отдохнут. ДК всегда имба был. Самый переапанный класс. ДЛК контент. Не могу достать. С одной стороны, хочется пойти. Блять, дохуя столько сам, дайте стану. Сейчас вот так едет. Прожмите прочет. Часами не сдал это. Далее. Не должна улучшить. Все, одно слиду. Второй, дайте стан там. Справа что? Еще одна. Дайте ей стан. Ну или тест. Где еще? А тут около ящика должен стоять. Нету что? То здесь. Вот здесь. Лучше, да. Здесь шлюха где-то должна лазить. О, вот он. Знаете, с левого Геру, да. С тёлки? Угу. Какая разница? Ладно, К здесь. Один. Я помню. Смотри, видишь, каких пассажиров тут у меня? Вообще разные вещи. У них по пол хп отлетает, а я стою. Вот. Вот он, жезл топовый. Трансмутер. Сращивайся. Блять, у нас одинаковая воля прокает с варом. Все за хили. Видишь, одинаково просто прокает. Механика сервала всех одинаково прокает. Даже видишь, по таймингу вообще, смотри. У меня пропало, у него пропало. Типа по таймингу даже точь-точь пропало, блядь. Секунда. Вот она, блядь, серва механик. Зачем вам это воля вообще? Ну, блядь, дай мне фетиш, я буду носить фетиш. Мне кажется, или даже зов будет лучше. У меня зов идет. А чешка? А чешки у меня нету на ДК. Ну, надо выбить. Вот жду героич. Вот эти полутать первого рейда. Не, в первом рейде еще не рано. Ладно, я во втором рейде жду. Я жду два тринкета. Сейчас хожу в рейды, жду два тринкета. Один фетиш, второй чёрт. Благодаря этим тринкетам у меня ДПС еще поднял. На 1004. Марс сейчас отъедет. Эти вагоны. Никакого этого нет. Сопротивления к магии.
Мне вот просто зеленочку нажал. И все, и стоишься на дерево. Простенький потеет, кидер. И все рады. Че не зыбка есть? Че, порезай ему, ну? Да не, хочу, только банки есть. Там не хватит. Хватит. Тут можно обойти. Ну ладно. Ну чё, подойди. Сейчас мы тут побыстрее тешим. Вот но у меня сейчас... Суки, тотем, блядь. Нормально, блядь. Превращение. Элли, ничего. Блядь, сложно. Пробегал. Ладно, за всю боль жатву нажмем. Тут аккуратно, по много не агри. Ну вот я сейчас крутанул вихрь на лям 800. Нормально. Тень, иди спелли. Да ты хуйня не стоишь. А че он, блядь, в стену забрался? Так ты выведи его. Он вверх залез, что-то. Он не стреляет. Так он лучник. А, ну это все объясняет. Как под деревьям, знаешь. Это пробил его подазило, блядь. А это что, опасный, да? Вместе. Да, тут все вместе просто. Метеорчик успеть, второго урона делит. Давай эти двоих. Ты три, он опять съебывается куда-то. Ну да, ты мог постоять. Как боже. Станды восприимчивость. Как ему столько стрелять, блядь, вблизи? Слушай, да тут мобы умнее некоторых игроков ебануться. Что ты, да? Да пускай там босса сразу. В конце там жук какой-то, да? Ну, тут мопчики будут сейчас ходить. Хуй знает сколько времени. Да, да, следующий. Ваша воля для меня закон. Я если дезорано видишь, что мы мобы сливаем на второй фазе. Нахуей. Мы ему не расскажем. Да, он там адмирал с первой фазы будет. Инфа сольется быстро. Стоит. Кислый онлайн зашел. Народ подтягивается потиху. И на первую кату. Как раз вот 10 минут на паладина захожу. Блин, еще 3 плюса до первой каты. Ты сделаешь что с другими вагонами? Прости меня, я немедленно устраню это недоразумение. В конце года где-то сделаю. Не проще вместе с тобой будет где-то делать. Да не, подольше. Я через день закрываю РБК. Ну только 114 кристаллов. Ну еще до первого курса, блядь. 80 кристаллов. А, у тебя до первого? У меня уже 2 плюса. Получается практически третью жизнь, 171 жизнь. Да там на самом деле вот плюс на второй кат все, блять, это хуйня, вот на первой кат. А сколько там на первой? На первой 256.
Бать. Смотрите, учитывая, что я в день делаю по два. Вот сейчас делаю я, Дарт, Грим, Персик. Следующие идут Дракон, Кладбон, Мосса. Мосса, Монород. Кислые. Потом идут Вага. Варам. Кават, Дарик, Кир, Стар. Мозер, Дэц. Делорус, Йена. Жноэн. И ты дальше уже идешь. Понял. Понимаешь, как я еще перед тобой людей кого выше? Монаро, Драгонсон, Кладбон, Кислы, Багет, да, Никитос, Даркес, блять, Мозер, Кават, Кирс, Старик, Казум, Жноэн, Враст. Ты наравне с Делорусом идешь. Сегодня плюс 3 первых каты будут в рейде. Я уже буду с красненькой хуйней ходить. И со званием номер один. Кстати, протопаладинов с первой катой нету еще на сервере. Фанатизм со второй катой 3-4 плюса. Ну, есть, конечно, но это не мейн спеки у людей. Типа, вот именно с таким спеком, который по бису, который ходишь в рейд. Только я один. Там Емила был, но Емила Ак продал сейчас вообще. Но и это донатный был. Как бы, а у меня же не донатный. Что-то разгон начался. Нет, там через... О, сейчас время. Через 7 минут как я буду смотреть. Сейчас вот мне эту полироику с камнем отдадут. Буду собирать, да, Коник? Ты такой щедрый. Я, блядь, ты выиграл сердолик, потому что я отказался. Там мне как раз полироль. Оранжевенькая. Кольцо танковское неплохое, слышишь? Статам. У меня уже достаточно. Камень хуйня. За полирольку уже украл. Вара наш новенький. Сделал фрит. Забрал полирольку. Ну, ему она нужнее. Значит, ему она надо. Что у него, видишь, там камни. Он сказал за неделю. Приходит РБК, фармит уже половину поменял. Так, что у него там с камнями? Не полироли найти? Но. Ходит РБК, фармит, зарабатывает. А, у него вообще ЛК. Лик, да. Он сказал за неделю поменять. Полностью все перебить. Просто верть какая-то, блядь. Просто вот туда. Вот туда надо и лететь. А там что? А там рулетка. Или ты сдох, блядь, или ты. А я уже прочитал квест там два. Да не надо читать квест, нахуя вы это делаете. Интересно. Наугад, давай, наугад первый раз, там можно избежать, это, типа, можно не сдохнуть. Нару нас не забыли. Какой резать, красный или желтый? Режь оба, блядь. Не хочу. Кристалл расширения памяти. Просто верь. Народ, так, блядь, не так сделал, сейчас. Надо, блядь, поменять, короче.
Так, какие-то крестики, блядь, и проценты, короче, да? Запомнил, да, ключи? Надеюсь, говорит, с этим не будет проблем, ну хули. Гайд записываем. Чё там, ёбнуло вас, нет? Летим пока. Там интересно, наоборот, это надо проверить, блядь, короче. Пока не попробуешь... Ну, может, ответ летите? Пока не попробуешь, не узнаешь. Ну, они квест делают, поэтому. Не, мне просто последний остался в пустотверти. Чё-то там потыкать надо. Ну да. Да, да, ну лети с нами, где ты? Как у тебя ник? Нямка. Ну вон, дай ему пати. Сейчас там сразу троем отъедете. Так, куда тут что тыкать, я не вижу. Там кристалл такой стоит. А, увидел. Трэш, правда. Ой, блядь. Чё? Куда тыкать? Я забыл. Чё-то минус равно... Да тыкай наугад. Да не хочу. Я уже так тыкал пару раз. Вижу, раз. Во, изи. Чё, ачивку надо? Нет, там, по-моему, квест же надо сдать ещё. А чё, дают ачиву ещё? Да. Ничего себе. Лаборант консорциума. Ля, ну да. А, ля, тут какие-то 5 кристаллов. Погоди, а вот, короче, которые выпадают с рулетки... Они, их типа... можно спекаться, в, ну, типа, через эти кристаллы можно спекаться в рейдах, допустим. А есть кристаллы, которыми ты можешь спекаться только в столице. А, вот, в зонах отдыха, да. Ну, типа, эти, которые, ты, да, которые в столице, они покупаются. А с рулетки, которыми ты можешь тыкаться в рейде, где угодно. Нормально. Блядь, не на том ты там. Сдох. Ну. Так. Кто в онлайне? Так, ну я докату шипешкой пойду. Без разницы. Так, чё там, блядь? Джемперсик здесь? Да. Заходи на друида уже. Всё, лечу. Я буду потиху начинать собирать уже. Чё там какой? Посередине третий получается, и потом какой? И последний. Да, там третий и последний. Так.
Так, кристалл заряжен, наебись. Что ты собираешь уже? Ну сейчас потихоньку. А как выбирать, каким, какой кристалл ты расходовать будешь? Там сверху можно тыкать. Ветка талантов у тебя там сверху есть. Так, короче, это помогайте. Плюсы. Всех убрать, да? На 10-15 минут позадерживаю. Да не мне.